Друзья, всем привет! Сегодня брат позвонил с утра. Приезжай машину делать. Давно я его жду, уже запчасти 2 недели в багажнике валяются. Все, у него очереди нет. В общем, у меня вот такой стук, не знаю, слышно будет, нет. Нужно менять цепочку со звездами. Как машина прогревается, пропадает этот стук, ну, на холодную его тоже не должно быть. Вот он сейчас пропал. Сейчас опять появится. Раньше он быстрее пропадал, сейчас, ну, дольше стал уже. Ну и когда машина прогревается, полностью все исчезает, работает тихо, хорошо. Поехали. Будем надеяться, все нормально будет. В общем, такая история с этой цепочкой. Я ее уже менял, но менял без звездочек. Конечно, знаю, что это бесполезное занятие без звездочек менять. Но так как я оббежал все магазины и все открывают каталоги, на этот мой двигатель 1.6 идет звездочка вместе с предвалом. Ну, вы понимаете, это дорого очень. 2 распредвала, порядка выходило 15 тысяч на запчасти только. Поменял цепочку отдельно, но этого хватило буквально на неделю, стука не было, и опять стук начался. Ну, он, конечно, сначала быстро пропадал, потом все дольше и дольше, сейчас вот уже дольше. Но на горячую еще не гремит, но уже долго довольно-таки, пока двигатель прогреется, тогда пропадает. Вот, ну я решил не сдаваться, сам начал эти каталоги изучать, искать, смотреть, выяснил, что там распредвал, по номеру посмотрел, распредвалы 1.8 двигатель, 2 литра, акцент, одинаковые распредвалы, то есть, соответственно, если есть на акцент отдельно звездочки, есть на 1.8 2 литра, то и должно быть и сюда также. Вот не знаю, взяли звезды, взял от акцента. Сейчас будем пробовать. Давайте до новых включений. Так, друзья, все поменяли, уже я у себя в гараже. Вот я покажу сейчас список частей, которые мне пригодились. Это у нас звездочка, цепочка, еще одна звездочка, прокладка клапанной крышки. Ну, заодно я поменял ремень, так как пробег уже около 40 тысяч. Я уже раз его все равно пришлось снимать, я оставил новый. Когда завел холодную, соответственно, все перестал греметь. Ну что, завтра посмотрю с утра. Обзор снимать не стал, как это делается, процедура вся, так как она у меня уже есть на канале, ссылочку я выложу. Там мы меняем звездочки с цепочкой Hyundai Accent. В принципе, тут головка совершенно идентичная, и процедура вся один в один. Так что давайте, смотрите. Меняйте, не верьте продавцам, что на Hyundai Elantra нет отдельно звездочек. Подходят они от Hyundai Accent, так же как и цепочка. Вот такая вот машина. Так что смотрите, меняйте. Не надо тратить больших денег, как в магазинах предлагают купить звездочку вместе с распредвалом. Все, давайте, ставьте пальцы вверх, пишите комментарии, отвечу, подписывайтесь на канал. Будет еще много новых видео интересных. Давайте, всем пока.